Доброго вам ФПС, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака. Ну, после нескольких дней перерыва я таки вернулся в эту игру, немножко отдохнул, знаете ли. Так, тут у меня полно, в принципе, разных заданий, но главным из них является, пожалуй, радар. Тут нужно поставить магические метки какие-то. Нет, я не хочу. Так, а куда их поставить надо? Где-то здесь. А вот он, рельеф. Купеческие врата, склад у банка, банк Вивальди. Вот, еще один банк Вивальди, кстати. А, это был просто дом банкира Вивальди, а это банк сам. Ну ладно. Так, ну в этот раз мы двинем... куда бы двинуть-то? Ну, давайте заберем лютню для лютика. Клянусь честью. Я боюсь открывать окно после заката, чтобы вылить ночной горшок. Да? Ну значит все плохо. В твоем случае. Прекрасно. В этом бардаке еще только ведьмака не хватало. Хотя, знаете ли, выливать помои чудовище в окно, это довольно плохо, поэтому хорошо, что ты боишься. Вот. Чё-то я какой-то сегодня слишком затянутый. Надо бы расслабляться после работы. А ведьмак, в принципе, подойдет как расслабляющее средство. Чё тут? Лютня лютика. Может здесь? Дом купца. Скорее всего. Купец, здорово. Что тебе нужно? Оставь мою дочь в покое. Не понял. Мне ничего не надо от твоей дочери. Я тебе не верю. Проваливай из моего дома, проклятый. Послушай. Вон или... Хотелось бы мирного разрешения вопроса. Проваливай! Пошел! Оскорблений уже было больше, чем достаточно. Да я тебя одной левой пришибу, ублюдок! О-о-о. Получай! Да ты, блядь, смешной. Ну чё, пришиб? Ля, какой ты ничтожный, а? Черт, проходи, только не бей меня больше! Слабак сраный. Такс. Чё ты? Черт, про... Всё, не суйся ко мне, мудень. Такс, а чё там с твоей дочерью-то? Это ты, что ли? Ты кто такой? Ну такая... Геральт из Ривии, ведьмак. Харизматичная. Прошу прощения за вторжение. Всё в порядке. Мне ужасно скучно. С тех пор, как папа застал здесь трубадура Лютика, он никого ко мне не подпускает. Он застал Лютика? И зачем же, позволю знать? Он должен был учить меня музыке. Научить играть на арфе и лютне. Сочинять музыку. Но однажды папа вернулся с фактории раньше, чем обычно. Мы репетировали кантату «Птичьи слезы». Папа вошел в самый кульминационный момент. Это непристойная песня? Нет-нет. Она прекрасна. Очень нежная и поэтическая. Папа никак не мог взять в толк, почему мы репетируем обнаженными. Он был в ярости. Вытащил старый самострел из-за шкафа. Он держит его там на случай нападения. К счастью, зрение у него уже не то. Иначе Лютику было бы не сдобровать. Именно поэтому я здесь. С чего ж он сам не пришел? Хотя, может, так оно и лучше.
Ты сам на вид тоже ничего. Я пришел за лютней. Это я поняла. С тех пор, как отец застукал нас, что-то он перестал серенады у меня под окнами распевать. Кстати, надеюсь, ты папе ничего плохого не сделал? Побил. Мы договорились. А с какой это стати я должна лютню отдавать? Назови хоть одну причину. Я ведь знаю, что лютик больше никогда здесь не появится. Я с самого начала знала, что все так и будет. Такой уж он есть. И если я отдам тебе лютню, он будет под нее распевать серенады очередной жертве. Жертве? Ух ты. Ты сделаешь великодушный жест, продемонстрируешь, что твоя душа по красоте своей превосходит даже твое милое личико. Не льсти мне, ведьмак. Я не дура. Этот вершеплет унизил меня. Использовал как какую-то распутную девку, которая с дура купилась на его вирши. Я хочу ему отомстить. Хочу, чтобы он почувствовал то, что я чувствую сейчас. Ну, давай. Если ты отдашь лютню, ты лишь покажешь, что он для тебя ничего не значит и никогда не значил. Ты с ним порвала. Ты его бросила. Да-да. Он упал к моим ногам, молил хотя бы об одном благосклонном взгляде. Он сделал мне предложение, но я ему отказала. Лютику очень повезло. Не уверен насчет предложения. В это никто не поверит. Я что, недостаточно хороша для этого мерзавца? Слишком уродлива? Слишком глупа? Глупа, согласен. Дело в нем. Если бы ты знал, сколько слез я пролила из-за этого идиота. Ладно, забирай лютню и уходи. Оставь меня наедине с моей болью. Может, я могу чем-нибудь помочь? Обними меня. Однажды я слышала, что прикосновение ведьмака несколько особенное. Объятие — это не то, что тебе нужно, поверь. Оно вызывает легкую вибрацию. Позволь, я покажу тебе. Я думаю, вибрация ей вошла так, как нужно. Еще одна в мою коллекцию. Такс. Это то, что нужно. Все, пойдем. Удачи, папаша. Так, мне нужен новый наракорд. Продавец спиртного, алхимик. А, таверна новый наракорд, аж вы там, да? Вы крадете детей и делаете из них ведьмаков. Я вам должно быть стыдно. Дура старая. Эти мечи только на показ. Так, давайте-ка заглянем в таверну. Ух ты. А это какая-то... Это вот какая-то интересная. О нет, благородный господин. Я жду, когда ты мне что-нибудь предложишь. Это что-то новенькое. Я не знаю. Может кольцо какое. Но это предсказуемо. Благородный... Ты что-то пред... О нет. Так, с подарки. Ещё а что у меня по подаркам есть? По подаркам у меня нет ни хера, чтобы ей подарить. Серебряное кольцо рубина, вот золотое кольцо. Прекрасный подарок. Ты знаешь, как произвести впечатление на женщину.
Идем, устроим праздник наслаждений, о которых ты и не мечтал. Это дорогая шлюшка. Но еще одна в мою коллекцию. Уникальная. Классная. Так. Теперь новый наракорд. Лютик. Этот херов шпион. Вылетел с головы, как его зовут. А, Таль. И остальная ерунда. Кстати, ты. Да? Вы знаете Зигфрида из Денесли? Так точно. А что с ним? Вроде его повышают или уже повысили. Не знаю, я с ним не разговариваю. А почему? После этого он изменился. Я сказал ему: «Достопочтенный Зигфрид, поздравляю вас. Ваша честь и вера помогли победить этих дикарей». Он странно на меня посмотрел и сказал: «Достопочтенный? Может быть. Честь и вера? Конечно, нет. Мы победили, потому что они умирали от голода и были плохо вооружены. Немного крови, он уже забыл про честь. Ему нужно следовать примеру отца». Где он? Не понял. Его отец? Его убила Мантикора. Я про Зигфрида. Он тренирует рекрутов у стен Ордена. А чё не так-то? Что я должен ей купить? И в чём тут честь была? Окей, я чё-то нихера не понял, но ладно. Мы снова встретились. Похоже. Я должен поблагодарить тебя за то, что спас мою задницу. Я до сих пор не уверен, стоило ли связываться с Деветтом. Конечно, стоило, если тебя беспокоит мир и покой Тимерии. Что ты имеешь в виду? Я чувствую напряжение. Ты забываешь, что я простой ведьмак. Стало быть так, прежде чем король покинул нас, он оставил мне письмо, которым помещал Визиму под мою защиту. Видишь? Похоже, настоящее. На время своего отсутствия я наделяю тебя... Верю, что ты умеешь читать. Обрати внимание не только на печать, но и на подпись короля. Ну понятно. Да. На остальных эдиктах ее нет. Печать легко украсть, а вот подпись подделать... значительно труднее. Так значит, все эти королевские эдикты просто подделка. Ну, именно так. Подделать подпись — это в принципе хуйня. Как для занятия. А похоже, указы действительно являются подделкой. И чё? Да, если честно. К сожалению, мой моральный кодекс не позволяет мне использовать положение для получения личной выгоды. То есть ты мне не поможешь. Не твое дело, ведьмак. Ясно. Может, еще какой-то диалог? Спасибо, все здоровы. Я рад. Правда? Это и в самом деле так важно. Ну, понятно. Особо ничего он мне не расскажет. Лютик, мать твою нафиг. Кажется, я тебя слышала. Не помню точно. Хочется врезать. Твоя мамаша сосёт у краснолюда. Нравится только... Слышь ты, мудень, иди-ка сюда, я тебя сейчас отделаю нахер за 30 монет. Будет по места. Офигел вообще. Страсть, как хочется врезать кому-нибудь. Дерешься, как баба. Что я должен ей купить? Нана. И чья мамаша сосет у краснолюда, а, ублюдок? Все, приплыли. Насосал себе на вертолет, да? Так, ты кто такой? Мои налоги идут на содержание. А, вот где Лютика, как я тебя провтыкал. Смотри, вот твоя лютня. Вот твоя лютня. Отлично! Наконец-то я смогу начать концерт. Я перед тобой в долгу. Когда у тебя выступление? В 8 вечера. Приходи, если хочешь. Угу. Если будет время. Жуткие времена.
Так, о, новый уровень. Это крайне-крайне хорошо. Ада выглядит чья-то. Просто божественно. Ада выглядит просто божественно. Нильгарская кухня не так уж плохо. Леварден. Я не знаю, с чего начать расследование в храмовом квартале. Саламандры играют не последнюю роль в торговле Физштех. И что? Знаешь кого-нибудь, кто купил бы Физштех? Юс. Может, стражник Юс? Понятно. Надави на него. Он наверняка скажет, от кого получает белый порошок. По нитке распутаем. Ясно, хорошо, я займусь Юзом. И это все, да? Больше тут никого нету из полезных неписей. Стоп. Я тут уже все украл в любом случае. Это место былой славы, знаете ли. Тут я радовал принцессу. Так. Мне нужно найти, по-моему, его дочь. Только черт ее знает, где ее искать. Надо будет потом по квестам покопаться. Но для начала Юс. Юс — это интересная задача. Какие у нас еще тут квесты есть? Ведьмачьи секреты. Так, я должен уничтожить саламандр, который чувствует себя в зиме как дома. Так, нужно поговорить с Ваской о саламандрах. Похоже, действительно является подделкой, это понятно. Что приведу мальчика, это все на болотах. Я должен довести до конца расследования храм в квартале и на болотах. Так, исток. Я установил сенсор. Нужно поговорить с Трис. Нужно поговорить с Юзом. Альгули, кулачный бой. Мне нужно зайти в таверну под кудлатым мишкой. Купил меч известного игрока. Короче, все туда, я думаю. Все дорожки ведут меня в храмовый квартал. Что ж, давайте-ка туда и сходим. Эту дорогу я, пожалуй, пропущу. Так, ну чё? Юз, да? А у меня там есть чем его покормить? Блин, один фиштех остался. Всего лишь один. Это так хреново. Ну ладно. Я думаю, ещё нафармлю, если надо будет. Саламандры респятся в любом случае. Снова ты? О чем? Если ты собираешься снова загнать меня в канализацию, в этот раз тебе придется постараться. Ты забыл, кто я такой, ведьмак? Да мне насрать. Вообще. Будет так. Я расскажу, что нужно сделать, а ты делаешь. Иначе сядешь в темницу. Хочешь поспорить, стражник? Я бы поспорил. Поспорить? Спорим, что я отрежу тебе нос до того, как ты в следующий раз чихнешь. Ну? Ты сегодня не в настроении, да? Я знаю, что люди со значками «Саламандр» давно на тебя охотятся. Вообще! Я знаю, где их можно найти. Это хорошо. Разберись с ними, заодно и мне поможешь. Как ты на это смотришь? Очень даже ничего. Посмотрим. Расскажи, что тебе известно. Саламандры подмяли под себя торговлю наркотиками в городе. Они становятся все сильнее, и если их никто не остановит... А мне какое дело? Тебе? Да они за тобой охотятся. Уничтожь их, получи информацию, которая тебе нужна, и возвращайся ко мне. Да, и забери все наркотики, которые там будут. Это ведь улика. Откуда мне начать? У меня есть информатор. Он использует фиштех для своих работ. Он рассказал о дилере по имени Косарь, у которого еще есть порошок. Он работает где-то в трущобах. Мы должны выяснить, откуда он берет товар. Он частенько болтается в таверне. Поспрашивай, и наверняка его найдешь. Хорошо. Не вопрос.
Так, а тут уже ничего нельзя забрать. Хорошо, давайте найдем косаря. Надо еще садовника, этого сраного читера, обыграть в покер на костях. Но это потом. У меня там есть два задания в таверне под кудлатым мишкой. И их надо использовать. Так. Чё? Могу? Конечно, друг. О! Хороший парень. Так, руководитель одного синего. Это мы не будем брать. 300 монет. Ну блин, мне не нравится вот только вот это вот, что повреждение минус 30, сука, собака. Ладно. Это что? Просто кольцо. Ага, это печать городской стражи. Хорошая херня. Надо бы еще одну где-то прикупить, вот эту штучку. Суд, можно взглянуть. Как по... Такс. У тебя есть? У тебя только синие. Ну, у тебя есть меч ордена. Он красивый. Это все. Так, 40 повреждений. Это 40 повреждений временно. Ну, это тоже временно. Это все временно. Я думал, что можно как-то заковать оружие, чтобы оно было вообще убер. Но оказывается нет. Ладно, давайте поспрашиваем. Бедняк. Будь осторожен, господин. Вокруг полно бандитов. Нас они не трогают из-за запаха, но вот людей с полным кошельком... Я понял. Так. О. Ты кто такой? Неважно. Это ты, косарь? Что значит неважно? Говори по-хорошему, скотина. Кто поставляет тебе товар? Вот тут ты делаешь большую ошибку. Не прыгай выше головы. Отвечай, кто твои поставщики? Чёрта с два. Я сваливаю. И куда? Да... И куда ты сваливать собрался, шутник нахер? Ну, сваливай. Медленно ты как-то сваливаешь. Я быстрее свалил. Ну. Ты странный. Да, бабуля, ты зоркая. Как это ты, блядь, догадалась? С ведьмаком что-то не так. Ну вот, вот этот дом. Дом косаря. Норм. Да ты упрямый сукин сын. Ты еще об этом пожалеешь. Я спрашивал по-хорошему, но ответа не получил. Придется теперь иначе привлечь твое внимание. Подожди. Дай-ка я испытаю свою катану. Так себе. Да, это лучше. Так, ключ косаря. И какая-то записка. В канализации. Не вопрос. Значит, сегодня мы пойдем в канализацию. Старс, не радость. Да, детектив, конечно. Предприятие его захерело. Жалко Реймонда. Жалко его семью.
Ой, ребята, ну не смешно. И богу не смешно. Заперто. Давай наверх поднимайся, Геральт. Так, а куда нам нужно-то? Хоть. О, тут какой-то склеп культистов. Давайте посмотрим. Уши. До свидос. Не очень-то вы умные попались какие-то. Ну такие у них такие маленькие засады, что вообще капец. По две особи. Воу. Гуль. Это было неожиданно, но не страшно. Так, давайте-ка тут новые таланты применим. Так, один серебряный и три бронзовых. Чё я хотел прокачать? Здоровье плюс 100. Отлично. Сопротивление нокауту, повреждение под кровопотерей, херня такая. Атака плюс 20%, это, кстати, хорошо. Так, вот тут уклонение, иммунитет к ослеплению. Да, давайте в уклонение вкинем, хотя, что тут есть? Энергия, всякое говно. Базовая мощность. На сколько? На 20%? Да я ими почти не пользуюсь. Почти не пользуюсь. Думал, буду больше пользоваться, но, к сожалению, нет. Да, а тут я в быстром стиле все прокачал. Вообще все. Броня противника, кровопотери плюс 50, увеличение урона. Хорошая такая штука. Но мы вкинем, пожалуй, в ловкость. Потому что уклонение мне нужнее. Так, повреждение плюс 40, когда ослеплен, это не волнует абсолютно. Вот сюда бы вкинуть. Но в другой раз. Так, что тут еще есть такое полезное? У меня есть три знака. Да, можно бы вкинуть. Давайте в кровопотери, что? Хотя нет, стоп. Где-то тут было. Не помню. А, вот. Действие алкоголя. И... еще два знака, куда бы-то их вкинуть. Точный удар. Ну вот еще сюда вкинем один. Менее 15% здоровья. Удобная херня, пускай будет. Так, подождем до утра. Ну, в принципе, это не важно, сколько ждать, просто чтобы подождать. О, и гули как раз зареспились. Мать твою. Разлетались нахер. Тоже мне. О, смотри, зашел. Я думал, будет закрыто. Так,
Давайте сначала прямо пойдем. Затем сюда. Тут какой-то трупак есть. Хорошо. Монетки. Монетки — это славно. Такс, я застрял. Я не вижу ни хрена просто. Кстати, я слышу, как кто-то доставал меч. Может, все-таки ебануть эту кошку, или как она называется? Ласточка. Да, вот кошку давайте выпьем. О, да так куда лучше вида. Так. Жрецы какие-то блядские. Здоров, ребята. Подожди. Ты у меня живо на тот свет отправишься. Сдохни! Так будет быстрее. Ого. Вот это вы тут, конечно, насобирали говна. Чего вы тут охраняли, придурки? Вау. Будешь кормить человека? Я думаю, им понравилось. Такс. Монетки. 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 Монетки — это славно. Такс. Ах ты, сволочь. Вот теперь я в ярости. Согнулся. Так, двухручный Моргенштерн. Это забавно. Может, возьмем вместо вот этого вот меча? Ну, посмотрим, чё как. Двуручный Моргенштерн. 6-8, вероятность критического удушения. Ну такой, я думаю, это говно. Но в любом случае, походим немножко с Моргенштерном. Я в любом случае не пользуюсь вот этим вот вторым оружием, потому что... Что? Кто? Ладно, идем дальше. О, еще прибежали, смотрите. Храбрецы. Ой, там еще. Еще. Блять, сколько всего вкусного. Убью тебя, как собаку. Ну только собак ты, в принципе, и способен убивать, ничтожество. Такс, что тут у нас есть? Блять, сколько всего нужно, ба. Чё это? Не знаю, куда это, зачем это. Сука. Вот это, дерьмо. Вот
это тоже дерьмо. Вот это вот не нужно. Вообще нафиг. Такс. Блин, сколько тут всего. Это очень хорошо, конечно, что я зашел сюда, но, блин, мне бы по-хорошему сейчас пойти продать это все счастье. Потому что сумки так-то забиты. Посмотрите, у меня даже в сумках для артефактов место. Третья сумка кончается. Это же офигеть. Ну, не для артефактов, но вы поняли, для алхимических зелий. Так, пошли сюда. Вот тут еще же у нас послушники имеются. Нет, я назвал тебя ублюдком. Ты у меня живо на тот свет отправишься. Ну давай уже, падай. Боже мой, какие вы слабые. Все-таки надо было ставить повыше уровень сложности. Может я просто сильный, но в любом случае. Ну, такие они. Такие, слабоватые. Такс. Хорошо. Блин, сколько всего прикольного. Мест полно на самом деле, чтобы походить. А будут какие-то тут... А, монстрятины такие, типа пожестче. Судя по всему, нет. Ну ладно. О, бафы. Бафы — это приятно. Так, куда у нас еще есть ход? Тут я был. Вот тут я еще не был. Но я думаю, культистов я всех перебил к чертовой бабушке. Или матери. Что кому больше нравится. Так. Ну да. Я был рядом. К этому повороту. И что? Это все? То есть тут не будет больше ничего? Фу, говно. Не подземелье, а днище какое-то. Ну, вроде... А, нет, смотрите, я еще вот здесь вот не побывал. Давайте-ка вернемся туда, пока у меня ласточка все еще, ласточка, кошка все еще действует. Хотелось бы излазить это подземелье полностью. Так, сюда и просто вдоль коридора. Культистов я тут особо не вижу. Да, я думаю, они сдохли уже все. Ну да, это все. А это выход или просто какая-то замануха? Нет, это выход. Смотрите-ка. То есть я отсюда и вошел, получается? Ну да, наверное, так. Ладно, можно сказать, обходили полностью. Довольно результативно, я вам скажу. Это все дело у нас вышло довольно результативно. Такс.
И теперь куда? Пункт перехода. Вход в купеческий квартал. Это логово там контрабандиста. Окей. Что за логово? Хер просышь. Чё там? И пробежал же мимо, главное. Вот это здесь, что ли? Ну да, как-то так. Но что-то не особо. Что-то ничего нет. Так, два золотых. Кто-то заныкал в канализации. Парочку монет. Блять, да чё ж вы так выскакиваете-то, а? У меня меч поломался. Вы видели, он заглючил аж. Это рыцарь тот, да? Ну, давайте заберем тогда все, что с них осталось, и продвигаемся дальше. Я не собираю все, я просто бегу наперед. Костер. Точка. Что? Гуль, не смеши меня. Капец, гуль. Тоже мне. Место силы, кстати. Заперто. Ладно. Пойдем по этой стороне и, ну, наверное, туда. А тут не перейти, да? Ага. Не мешай. Я тут думать пытаюсь. Ходят. Ходит тут, ходит. О, хера они тут ходят. Я уже целое, блядь, семейство их вырезал, они все еще ходят. Так. Тут где-то я как Атрикса херачил. О, там какая-то решетка. Не-не-не-не-не. Заперт, блин. Чё ж так плохо-то, а? Ладно. Бандиты. О, бандиты. О. Так, подожди. Я залип.
дай дорогу. Нет, не дураку, Геральту. То что, серьезно нельзя сохраниться или чё? Ну вот. Не, я-то понял, что я войду туда в любом случае. Но все же. Право. Что находится за этой решеткой? Не твое дело, умат. Меня послал косарь. Он сказал, что здесь я смогу прикупить больше фиштеха. Косарь, значит, да? Ну да. С каких это пор у него завелись друзья вроде тебя? Что-то с тобой не так. Говори пароль, а то я тебе яйца завяжу в зириканский узел. Зириканский узел? Нихуя. Пламя. Ну, это хуйня. На самом деле, пароль. Саламандры. Ну, пароль. Очаровательно. Проваливай. Частная собственность. Ты, блядь. Ладно. Умри, свинья. Это я, короче, свинья по итогам, да? Ты себя-то видел? Пышечка. Я тебя выпотрошу. Ну чё? Пароль, ёпта. Сработало? Бежище саламандр. Вот так так. Вы только посмотрите, кто к нам пришел. Ведьмак Геральт собственной персоной. Ну, меня да. Прислал косарь. Мне нужен товар. Хм. Косарь? А? Кого ты пытаешься надуть, ведьмак? Меня или себя? Запомни мои слова. Ты пришел в логово льва, волчонок. Ты ссаная амфибия, я тебя разрежу, блядь, напополам, сука. Чё, как вошло? Саламандр, блядь. Ебать, у него молоток. Такие. Эти уже посерьезнее, конечно, чем вот та шантропа. Но все же они по-прежнему никакущие. Что это за молоток такой? Эту херню нафиг. Лучше вот этот молоток с собой возьму. Он наверняка дорогой. Такс. Не, давай так. Сдохни, ублюдок! Так, так проще просто. Такс. О, фиштех. Фиштех, это хрень полезная. Это юзу можно толкнуть. Такс. А чё у меня ещё-то по зарядке есть? Хотя давайте, почему нет? Давайте заточим. В любом случае, мне пригодится. Чё там, вас много? Я выпадаю.
вроде все. Блин, да я думал, у вас тут что-то есть нормальное. А вы все говном страдаете. Давай проточим еще серебряный меч, почему нет? Я думаю, две проточки не получится сделать, но окей. Так, забираем. У меня 700 монет так-то. Что такое? Сдохни, ублюдок! Что, патрулировать пришел ты? Чмо? Ё-моё. Где таких берут? Так, с камушек заберем. Блин, вот это полезная херня, конечно. 17-15, ну... Нет, пожалуй, нет. Так, ладно, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр, а то я уже часочек добрый, наверное, снимаю. И продолжим уже в следующей серии, это логово Саламандр, и мы не так далеки к следующей локации, как кажется. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео. Доброго вам FPS, хорошего времени суток и всего такого. Всем пока.